Дорогие друзья, Олег Горкуша – это тот человек, с которым связана вся моя питерская молодость и становление. Это яркий, талантливый, необычный, принципиально последовательный, извините за такие мощные эпитеты, человек, который по сегодняшний день несет в себе огромный и энергетический, и творческий заряд. Если кто не знает, то творчество Олега Горкуши напрямую соприкасается с творчеством группы «Аукцион». Но, скажем так, он выскочил за рамки «Аукциона», устраивая и пластические импровизации, и поэтические импровизации, и, скажем так, импровизации человеческие, связанные с рок-движением Санкт-Петербурга и не только Питера, но и всей страны. Сегодня Олег пытается поделиться всем тем, что в нем живет и бурлит, всем тем, что в нем жило, и то, чего ему не хватало в те далекие времена, когда всех рок-музыкантов, без исключения, гоняли, запрещали и так далее. Сегодня все разрешено, но сегодня все порознь. Поэтому Олег хочет всех объединить в арт-центре «Горкундель». Это очень благая и очень хорошая идея, где он хочет собрать не только музыкантов, поэтов, но и художников. Я даже не знаю, наверное, все, кто влезет, Лев Толстой очень любил детей, также и Олег очень любит людей, которые занимаются творчеством и которые хотят себя проявить. А я думаю, что в общей команде, под какой-то единой крышей творчества все это рождается и, скажем так, созревает намного быстрее, нежели по отдельности и Поэтому я предлагаю всем миром накинуться на этот проект для того, чтобы помочь Олегу в осуществлении. Я бы хотел сказать неосуществимого, но я знаю людей, которые делают вещи, на первый взгляд, которые могут показаться фантастическими и неисполнимыми, но на сегодняшний день они являются реальностью, и мы видим это, восхищаемся и пользуемся. Давайте всем миром накинемся и поможем Олегу в создании арт-центра «Горкундель». Ура!